Здание на улице Гладилова, известное как памятник истории, а именно театр или дворец купца-мануфактурщика Лафузова, построившего храм искусства для своих рабочих, сегодня находится в весьма плачевном состоянии и требует ремонта. О проблемах здания и положении двух коллективов, которые находились под одной крышей, именно труппа татарского тюза и республиканский центр созвездия Йылдызлык, которому здание было передано в оперативное управление, мы уже рассказывали не один раз. Сейчас здание законсервировано. Более того, решением Кировского суда 19 декабря прошлого года запрещена эксплуатация и массовое пребывание людей в здании, за исключением сотрудников, осуществляющих текущий контроль. Это вахтеры и рабочие котельные. Мы считаем, что памятник республиканского значения, собственником которого является Республика Татарстан, должен, конечно, приводиться в порядок силами самой Республики Татарстан. Мы, как бюджетное учреждение, к сожалению, не имеем такой возможности. Здесь требуется серьезное капиталовложение. На прошлый год эта сумма оценивалась порядка 12 миллионов рублей. Это только по устранению пожарных недоработок, скажем так. Сейчас я чуть-чуть поправлю. Центр созвездия полностью уехал из здания на улице Гладилова, а спектакли театра созвездия играются на разных площадках. Труппа тюза покинула здание вопреки решению суда частично. Там до сих пор находится бухгалтерия, хозяйственная часть и некоторые декорации. Кореевцы оказались в положении скитальцев и вынуждены были играть в городах и селах республики на разных площадках, что может не сказаться на художественной целостности спектакля. Кстати, труппа также неполноценна. Часть артистов покинула Казань и работает в Альметьевске. Пошли на встречу все городские дома культуры. Пошли Новый год, мы очень хорошо, даже больше спектаклей показывали. Не растерялись, артистам спасибо, они вытерпели все по 3-4 спектакля детям показывали. Недавняя премьера спектакля «Сирота Казанская», написанная драматургом Аркаилом Зайдуллой специально для тюза, состоялась на сцене многофункционального зала центра «Кияд», где временно базируются артисты татарского тюза. Выделенное им здание бывшего дома офицеров не соответствует нормам существования театрального механизма. Нет гримерных, сценических рукавов и просто элементарных удобств. Более того, в здании до сих пор нет отопления и не вывезен принадлежащий дому офицеров реквизит. Сюда только вмещается где-то у нас вся труппа, 30 человек, вот труппа может заниматься. Даже здесь вот техническим работникам здесь нет мест. Они вот приезжают, сидят и уезжают туда, на Гладилова. Название последней премьеры «Сирота Казанская» в чем-то символично. Спектакль повествует о парне, который убегает от надзирателя приюта, чтобы стать звездой танцев в Париже. Пожалуй, и отражает чаяние театра о существовании в нормальных условиях, когда стационарная модель спектакля окажется стабильной, а производственно-хозяйственные брожения не будут влиять на качество последующей постановки. Дмитрий Пивоваров, Эльвира Шарафеева, Альфред Камилевский, Эфир 24.